Твери масштабно отметили Всемирный день окружающей среды. Мероприятия, посвященные этой дате, охватили практически весь город. Центральным местом акции стал ландшафтный парк Тьмака. Здесь десятки волонтеров Общероссийского народного фронта провели субботник, привели в порядок береговую территорию и высадили каштаны. Погожий летний день, который подарила жителям Твери пятница, как нельзя лучше подходил для проведения мероприятий, посвященных Всемирному дню окружающей среды. Примечательно, что 5 июня в России также отмечается еще и День эколога, один из самых молодых государственных праздников, утвержденных президентом страны в 2007 году. Традиционно в этот день проводят экологические акции, посадки деревьев, мероприятия просветительского характера. На этот раз центральной площадкой акции в столице Верхней Волжи стал ландшафтный парк Тьмака. Ранним утром здесь были высажены 15 каштанов. По мнению экологов, они будут здесь чувствовать себя прекрасно. В Твери они у нас растут и хорошо цветут. Как раз сейчас вот время их цветения. Каштан является символом энергии, символом силы, сильное дерево. Также оно создает большую крону, что помогает циркуляции воздуха. Также в рамках масштабного субботника волонтеры Общероссийского народного фронта совместно с представителями юнармии привели в порядок береговую линию Тьмаки. Метр за метром они собрали весь мелкий мусор и убрали сорняки. Ландшафтный парк Тьмак уже давно стал одним из излюбленных мест для прогулок у горожан, а потому не случайно масштабный субботник в День эколога был организован именно здесь. Прежде всего, это повышает гражданскую активность. Дети чувствуют, что они важны, они делают что-то важное и решают, ну, достаточно простые задачи, но в будущем, возможно, это повлияет на их судьбу. Они захотят и дальше заниматься волонтерством или какими-нибудь социальными задачами. Еще одним местом проведения экологической акции стала территория возле нового детского сада в микрорайоне Южный. Здесь вместе с волонтерами свой вклад в озеленение территории внес губернатор Тверской области Игорь Руденя. При участии главы региона были высажены туи и кусты можжевельника. Здесь также запланировано дальнейшее благоустройство и озеленение территории. Как отметил глава региона, для него высадка деревьев значит очень много. Мы сажали яблоню с моей прабабушкой. Я тогда ходил в детский сад и прекрасно помню, что лопата была очень большая, когда мы деревья сажали. Потом дали маленькую лопату, но вот было, так сказать, такое абсолютное желание поучаствовать в процессе. Было, наверное, интересно наблюдать, как происходит процесс роста дерева, как он приносит плоды. Экологическая акция затронула и Заволжский район Твери. В Комсомольской роще состоялась посадка саженцев сосны, а также установка информационного аншлага и благоустройство территории. Саженцы посадили на Красной Поляне, традиционном месте торжеств для молодоженов.